Всем привет! В общем, новости по PlayStation Plus коллекции. Вчера, 6 числа, активировал в районе 18.30. Сделал буквально 5 аккаунтов. И удалось добавить все 20 игр. То есть, как вы помните, недавно были проблемы с Инстаграмом, Фейсбуком и другими службами. Возможно, пока их чинили. Или это как-то связано. Также починилась и коллекция. Но буквально сделал 5 активаций на аккаунтах. Начали снова выскакивать ошибки. Ну, в принципе, пока дело, там тоже периодически активируешь игру, все равно выскакивает ошибка, активируешь снова, активация проходит. А потом опять стало активироваться только 6 игр. В общем, следите за новостями, кому делал 6 игр. Потом, как починят, сделаю все остальные. Вот пока только 5 аккаунтов получилось. Может, лимит ввели, чтобы определенное количество активаций в сутки было. Не знаю. В общем, ждите. Всем спасибо.